ты? Сейчас будет мега взрыв. Бум! Вот это красиво было. Вот это мне понравилось. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, как всегда, отличное настроение. И очень много классных подписчиков. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Здорово, ребята. Всем привет. Самая крутая и любимая рубрика на моем канале. Одна из самых крутых и любимых рубрик. Выживание на деревянной постройке. Если вы кушаете, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Все, а теперь я буду это очень быстро делать. Погнали. Ай-яй-яй, главное, пулемет убивает. Этот пулемет нормально все убивает, все хорошо. Ой, ОЛТВ, извини, я не хотел. Ой-ой-ой. А кто там у нас за этот играет за мистера Крабса? Ты сейчас умрешь. Упал. Отлично. Интересно, кто же из подписчиков останется последний на постройке выживший? Меня придавило. Бывает такое. Ой-ой-ой-ой-ой, есть, огурец упал. Огурец живой? Ой, что-то с лифтом. Я разозлился очень сильно, пацаны. Вот это моща, ребята, это очень мощный пулемет. А ну-ка, давайте перекличку. Кто еще на постройке остался? Я. Вы еще там, хорошо. Да я не хотел. Да ладно, ребята, хотел. Я хотел всех убить. Молодей, молодей. Ой, гусанек. People. Все, People, ты победитель в этой серии. Ну что, покажи, People, как надо выживать. А он за ту же пулемет? Ой, уже шатается. Ой, ой-ой-ой-ой, ребятушки. Что-то падает. Ой. Ой-ой-ой. Нет, 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 я живой, я живой, я живой. Давай, ёшка, лошматки, блин. Да я поддался специально. Прикольно разрушается эта постройка. Просто обалденно. Так, лучше под пули или не лезть, потому что реально замочат. Ой, упал еще один. Так, давайте будем сверху смотреть, кто у нас еще остался в живых. У нас Кирилл Геймер и Все, Кирилл Геймер выиграл. Нет, я тоже. А, еще соль есть у нас. И гусанек, еще двое. Давай, мочи дальше. Давай. Можешь использовать любое оружие, какое хочешь. Ой, по мне не стреляй. Спасибо, все. Ура. Гусанек, ты победитель. Ребята, сейчас мы его подготовим. Очень классную постройку. Надеюсь, она лагать не будет. Не хотелось бы. Да не, брат. Ой, она не стоять. Да я тогда проверял, видите, конченая. Шаровая молния. Он просто поразвлекался. Ну да, я просто люблю поржать немножечко. Да, мы поняли. О, мы на это влезем все? Да я шучу, это тоже шутка. Ну, пацаны, вы что, шутки не понимаете? Ребята, настроение просто отличнейшее. Надеюсь, вы сейчас смотрите мои ролики и улыбаетесь, как мы. Все, сейчас вот это точно подойдет, да, гусанек? А, она не разрушается. Да, я тоже, видишь, проверил, тоже заметил, что она не разрушается. Во! Все. Вот это точно подойдет нам. Все, залетайте. Это что-то, ребята, новенькое, поэтому в этой серии вы увидите новые классные постройки, которые раньше мы не ставили. Ну что, все залетели? Давай, гусанечек, да. Начинай. Покажи вещи. Ого! О, ты куда, Спайдермен? Гусанек, ты что, сумасшедший? Ты что взял? Нет, я... На самом деле, можешь любую пушку брать, это дело твое. Обойдусь вот этим. Ой-ой-ой-ой-ой. Пацаны. А, мы живем. Ой, гусанек! Диппер умер. Так, давайте проверим, как он дальше ломает. Где вы еще увидите в роликах, где гусь стреляет с пулемета? Пока он на канале Димас ТВ. Ой, красиво попадали. Дима. Да. Но брат сказал, что он твой фанат. Спасибо, ребята. Всем спасибо, кто смотрит мои ролики и ставит лайкосики. Я очень благодарен. И заради вас я стараюсь записывать очень классные и веселые ролики. И буду продолжать это делать много тысяч лет. Санёк, здорово. Так. Она уже... Смотрим. Если я разрушу вот это. Он стоит? Да, кстати, оно зафрижено. Видишь, все постройки по-разному сделаны. В этом есть прикол. Смотрите, он долбит, просто штружка летит, а оно не ломается. Ай-яй-яй! Гусанек, они на самом верху стоят. Так, ну-ка, смотри. Гусанек, убей меня. Два пулемета.
Нифига себе! Давай. Вот это гусь мочит вообще сильно, ребят. Ой, она, кстати, сверху не зафрижена, она сейчас может упасть. Вот это он строчит! Давайте посмотрим вблизи, как это смотрится. Вот это жесть! Ты просто раскрышил. Стены просто падают, все ломается. А что оно горит? Это из-за того, что ты мощно стреляешь, оно горит, или кто-то гранаты кидает? Не, я стреляю. Три пулемета! Ты что, неадекватный? Вот это жесть! Так, давайте посмотрим наверху, кто еще. Так, три человека у нас еще, два. Смотрим, у нас King and Fire и OLTV остались. Все. OLTV победил, пацаны. У нас сейчас будет очень крутая постройка, потому что она большая и будет где нам повыживать. Поднимайтесь. Ого. OLTV, тебе повезло, тебе сегодня очень много удовольствия доставят ее разрушать. Гусеняк, мы выживем, да, с тобой? Надеюсь. А вот аптечки накидал гусенек. О, мы живые! Тихо. Да ладно, что это было? Ай, блин, мы с тобой красиво, гусенек, прям на ребре стояли стены, но это не смогли выжить. OLTV сегодня вообще жжет. Ты можешь задавить ее даже. Дави! Смотрите, танку вообще все нипочем. Блин, кстати, хорошая идея просто на танке все растолкать. Так, проверяем, кто из нас, у них живой остался. Все, победитель у нас кто? Тут еще вот этот вышел, аферист. А, ну давай, аферистка и спайдермен у нас, мимик. Ми-ми-ми. Кого он выберет? Давай, кого он выберет, пусть сам решает, это он играет. OLTV, давай. Видите, сколько остатков от этой постройки осталось? Просто миллион досок. Давай аферистку, он мой син. Ребята, кому надо дрова, обращайтесь, у нас в конце записи всегда очень много дров остается. Нет, стоп. Еще живой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, как повезло! Все, аферистка, ты победитель. Кстати, очень странный никнейм какой-то, аферистка. Ты бы еще Анжела себе. Ой, блин, настроение отличнейшее. Есть еще у меня классная постройка, ребята. Но в этой серии прям вообще мы жестко делаем классные постройки. Готовы? Да. Ой, я обманул вас. Она была рахитна. Во, такая есть, смотрите. Сейчас. Во. Залетайте. Во, я тоже хочу эту постройку поразрушать, поэтому мне надо сейчас по-любому затащить. Ребята, а вы досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика мы эту постройку взорвем очень мощной бомбой. Поэтому обязательно до конца, до посинения. Даже немножечко лагает у меня, но в этом есть смысл, потому что нас записывает 11 человек. Ребята, обратите внимание, что уже записывают не 8 человек, а намного больше количество подписчиков и обычных игроков может ко мне зайти. Так что в Дискорде заходите, будем вместе все общаться и записывать веселые ральтосики. Офигенно, смотрите, как меч Звездные Войны просто разрушает, как ножик масла. Дима, давай по приколу сюда сядь. А я боюсь, что мы упадем. Все, Гусенек, ты сейчас проиграешь. А нет. Кто тебя вообще катает? Оно само катается? Это он. А, там кнопки есть. Гусанёк, катайся. Ой, я туда лучше уйду. Дима, привет, помоги наверх. О, привет. Я за... Нет, а, о. Да вы все тут позалазили наверх, я вас путаю. Сюда ко мне. О, я знаю, не, я лучше тут буду. Мне кажется, вот эта часть карты, она выживет. Э, а как вы сюда залезли, Кирилл? Да все нормально, все залезли. Мы залетели в начале раунда. Да, уже больше не летать нельзя. Вот раз а куда попали, нет. Все, ребята. Потому что я люблю, чтобы в роликах было всегда все честно. Так, первый слился. Да, Дима, сам читерил. Да какой я читерю? Я уже не читерю. Ой, я вообще не читерю. Да, конечно, скажешь. Гусанёк танцует песни. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А можно песни танцевать? Конечно. А что я провалился? А, все нормально. Кстати, обратите внимание, мы все живые, ничего не происходит. Что-то он слабо, да, постройку ломает эту? Ой, зря ты это сказал, Дима. Сейчас я все, я не буду это говорить больше. Пока мы все живые. Один только слился. Давайте здесь посмотрим. Вот, вот этот час карты выживет. Все, я буду тут стоять. То тот все выживет, то это не, я просто вижу, что он там ломал. Но я, может, еще свое мнение он поменяю, конечно же. Это здание висит. Аферистка, давай ломай быстрее. Ой, Гусенек, эта часть карты не выживет. Я тебя обманул. Ой, это тоже не выживет. Блин, что-то сильнее пошло. Дима, ко мне. Я тут. Да нет, ты проиграешь. Горит. Горит, пацаны. У нас тут и дурка есть, и гуси. Да все нормально. У нас гусанек, дурка, спайдермен. Да этот ролик есть. Фу, шмерцы. Фу, шмерцы. Боньки.
Огурцы! Я дипер! У нас сегодня вообще сборище. Ой, горит уже жопа. Ой, блин, тут тоже горит. Я уже не знаю, куда запрятать. Я знаю, вот сюда надо. Ой, и тут тоже. Ай, жопа загорелась. Да блин, я не знаю, куда запрятаться. Вот здесь точно выживу, вот тут вот. Сейчас туда снаряд прилетит. Нет, он не будет здесь мочить. Качели ломаются. Он уже мочит. Прикольно. Он, все, он целится. Все, подрывайтесь. Ой, там что-то упало. Ой, тут тоже. Блин, так где ж выжить-то, я не понимаю. Везде все разрушается. Сначала как-то лайтовенько было, мы Дима, расслабились. Ну вот да. Дима, наверху, вот наверху. А мы же не залезем туда никак. Зато Дим, смотри, где. Ой, кто-то удаляет все. Я упал, гусенек, из-за тебя! Смотрите, как он разрушает ее, красавчик! Аферистка, кстати, очень прикольно разрушает постройку. Сначала потихоньку начинала, а теперь все больше и больше ее мочит. Ой-ой-ой-ой-ой! Блин, красиво разрушает. Сам себя замочил. Сразу видно, неаккуратный у нас ломальщик сегодня. Так, давай еще кидай, мне понравилось, как он это делает. Ой, промахнулся. Вот это разлетается все! Так, давайте смотреть, кто у нас еще выживший. У нас тут King on Fire, Кирилл Геймер, а еще двое игроков. Соль и People. Ух ты! Так, трое осталось, давайте же посмотрим, кто из них останется последним. Там People упал, он танцует. Ух ты, вот это куски разлетается. Кстати, очень классный эффект от этой бомбы, мне нравится. Двое осталось. Да ладно, King on Fire, ты как это сделал? King of Fire, живи. Это просто было эпично. Вы видели, как он это сделал? Выбор между King of Fire и... Интересно, кого он выберет? Кирилла. Все. King on Fire, ты победитель в этой серии. И тебе ставлю тоже классную постройку. Большую тебе ставить или маленькую? Во, есть постройка, которую мы тоже ни разу не использовали в этой записи. Смотрите. Залетаем все. Ребята, это очень классная постройка, потому что в ней есть комнаты, и уже можно здесь реально классно пошкериться. Но есть, конечно, шанс, что он может раз нам внизу полы подорвать, и мы все умрем. А не, не бойся. Тут дурка танцует, все нормально. Дурка. Смотри, вот тут я сплю. Немножко матрас обоссанный, ну такой грязный, но ничего страшного. King of Fire, давай, покажи вещи. Ой-ой-ой, там уже все горит. Ого, доски трещат, это прям сильно, я вам скажу. Ой, гусанек. Гусанек, мы сейчас проиграем все. Ой, 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 ой. О, гусанек, спасибо, что жизнь меня пополнил. А, это не ты? Тогда спасибо тому, кто меня скинул вниз. Йоклеменекала. Гусанек, ты остался живой? О, вот они, где все шкерятся, на крыше. Еще один упал. Гусанек умер. Вот это жизнь, что творится. Так, у нас кто тут? У нас Дэн, Кирилл Геймер и Соль. А Соль обгоревшая, это нормально вообще? Да, я обгорел, у меня скины обгорели. Ой. Макс, не мешай, пожалуйста. Ой, аккуратно. Ого, базука кружится, смотрите. Все, я выжил. Кирилл Геймер победил, красавчик. Ребята, смотрите, какую классную нашел постройку для Кирилл Геймера. Ты готов? Да, готов. Ну погнали, покажи вещи. Блин, да давай хоть немножко нас оставь в живых. Ой. Вот, перепрыгнем сюда. Кстати, здесь прикольно сделано досками. Можно переходить между островками такими. Я вот тут буду сидеть. Дима, он мой способ использует. Так правильно и делает. Твой способ самый классный показался ему. Я бы вообще на танке бы просто эту постройку моментально снес бы. Я на него авторские права защищал. Все, давай, жалобу, ЖБ. Да, кидай страйк на него. Админ ЖБ. Ой, а ты что, гусенек уже умер? Да. Меня убили сейчас. А ты видишь меня? Тут по монетке подошла. О, вижу, да. Так, нет, тихо, не пали меня, не пали. Давай, стреляй поверху, стреляй, они наверху все. Он снизу, они все снизу. Нет, они все наверху. Блин, да рядом, это очень близко. Смотрите, как все ломается красиво. Блин, люблю эту рубрику, одна из моих любимых, когда мы ее записываем. Ой, улетела сразу. Ой, ой, ой-ой-ой. Класс. Ты меня лупит. Ой, там кто-то немножечко подустал. О, даже стекла бьются.
Так, у нас еще King and Fire остался и OLTV. Больше никого, да, нету? Да, мы втроем. Танк пошел! Ёкалэ-мэнэкала. А что, они зависли в воздухе, они не умрут. Их стекла в воздухе зафрижены, поэтому надо с танка тебе, наверное, как-то по-другому убивать их. А эти стекла разбиваются. Да, их мочи стекла. Так, им привет. Да, я, у меня уже нету на постройке, все. Да, я конечно, расскажешь. Дима уже как бы вылетел, алло. Да. Да не говори ничего, не пали меня, я жить хочу. Ой! Я знаю, чем добить. Что это было? Ого! Я выжил. Вот это жахнуло красиво по лицу моему. OLTV, ты победитель в этой серии. Ой, какой в этой серии? В этом раунде. В этой серии победила, знаете, что у нас? Дружба. Потому что мы все играем дружно и веселимся все вместе. Ребята, как я и обещал, сейчас будем взрывать эту постройку. Вы готовы, пацаны? Да. Да. Сейчас я возьму бомбу. Только бомбу, наверное, не самую мощную возьму. Ядерную точно брать не буду. Конечно, ты что, Дим? Я знаю, что надо сделать. Вот. Ой. А ну давай ее запустим. Она отойдите, я буду по ней стрелять. Ой, видите скайбокс? А что скайбокс? Ой, там... Стреляйте по ракете, стреляйте. Ой, захагала. Ой, как она эпично разлетелась. Ой, часть. Ой, двигатель кнопку... какой-то улетел. Кнопку ядерку взял. Кнопку надо тебе, Дим. Да стойте, очищу карту. Ребята, фигово взорвалось, хочу еще раз жахну, только что-нибудь помощнее возьму. Ребята, больше постройка, больше бомба. Отходим все. Ой-ой-ой. Сейчас будет мега взрыв. Бум! Вот это красиво было, вот это мне понравилось. Да, мне тоже. Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Пока. Вот это вы психи, просто неадекватные.